автомобилей вот, фирмы МакТранс для меня это не просто удовольствие, это кайф. Кайф, возведенный ну, в десятую, наверное, степень. Знаете почему? Потому что автомобили должны быть вот такими, серьезными, большими, равными, приносящими немалое количество денег своим владельцам. А еще меня радостно, потому что машины, которые привозит МакТранс, как правило, все, ну, скажем так, в отличном состоянии, а вот этот Volvo 670, так он вообще в прекрасном состоянии. И при этом, кстати, 2003 год выпуска. И при этом пробег, ну, это совсем смешно, это 581 тысяча километров. И вот не так давно я прокатился 8 тысяч километров по территории нашей ненаглядной. Скажем так, впечатление у меня вот так выше крыши. И мне там сказки начали рассказывать, что типа в МакТрансе автомобили дорогие, что типа пробег у них скрученный. А вот здесь вот есть такой, между прочим, шильдик. Машина, кстати, приехала из Флориды. И пробег тамошний был, ну, почти 400 тысяч майлзов. То есть, извиняйте, ничего здесь не скручено. По состоянию этого автомобиля. Открыли двигатель, посмотрели. Знаменитый Каминс, 14 литров. Никаких течей. Ремни, да все в идеальном состоянии. Что здесь? Здесь даже панель не протерта. Здесь даже спальное место не углажено абсолютно. Здесь сиденье, ну, немножко запаленное, но, извините, бывает. Ну, кто-то может сказать, а где DVD и микроволновки? Я вам сейчас объясню, все очень просто. Смысла телевизора здесь ставить нету, потому что в Америке стандартик такой, NTSC. Здесь вы его не посмотрите, и какой смысл? Во всем остальном оборудование, включая автономку, есть. Давайте поговорим о цене. 1 миллион 871 тысяча рублей. И очередные сказки тоже мне рассказывали, пока я ехал. Ну, что типа, а вот в Красноярске, допустим, машина дешевле. Да, машина дешевле. Примерно на 600 тысяч. Ха, ну там автомобили 98-го года. Вам такие нужны? По-моему, нет. Лучше прямые из Америки от фирмы МакТранс, что на Проселочная 30. А теперь самое вкусное, ребят. Почему я вас так активно заставляю пересаживаться на настоящие машины? Мне, как и нашему главе города, очень сильно хочется, чтобы Магнитогорск был красивым, ухоженным и чистым, кстати. И загрязнение вот от этих автомобилей, ну, в разы меньше, чем от тех вот древних Мазов, там, КамАЗов и всего остального. А теперь, собственно говоря, та самая информация. Ну что, ребята, как бы вам грустно не хотелось, и кто бы не хотел ездить на головастиках, я вам так скажу. Америка рулит. Владивосток, все транспортные перевозки, включая, ну, сыпучие материалы и контейнеры, это все фредлайнеры и Volvo. Дальше едем. Восточная Сибирь. Вот это самое знаменитое, угвозданное наглухо, абсолютно никакущая. Я вам могу много чего про нее рассказывать. Так вот, эта трасса Амур. Какие автомобили там едут? Nissan Diesel 4-мостовый и америкосы. А я вам скажу, что дороги там, ну, практически нету. А какие там съезды? Так вот, эти автомобили везут автовозы японцев. Как они едут? Да не спеша, да потихоньку. Но длиннющая рама позволяет вывешиваться колесом, и машина едет. Я вам сравнение скажу, вы уж не обидитесь, но это тепловоз на резиновых колесах. А еще там есть такой участок между Иркутском и Красноярском. Там вообще полный абзац. Фреды едут, вольвешники едут. Едем в Центральную Сибирь. И там тоже Америка рулит. Если еще кто не понял, то автомобили, которые заботятся прежде всего о сохранности груза и о сохранности водителя, это вам не всякие там, хотя и с уважением я тоже отношусь, ну, к различным головастикам, но головастики — это все, честно говоря, для Европы. Для России нужны америкосы. Также эти америкосы рулят и в Центральной Сибири. И только в Западной понемножку начинают появляться головастики. Где машины приобретаются в Магнитогорске? Ну, разумеется, это фирма МакТранс, что на Проселочной 30. И теперь и в заключении, зима на носу. Да, уже дышит, да, уже, извините, сопли пошли. Так вот, автомобили, которые привозит МакТранс, они уже для зимы оборудованы. Здесь стоит новый комплект резины. И поэтому
на трехмостовике, пожалуйста, по башкирским перевалам, да no problem, если они ходят по перевалам байкальским. А там, о-о-о, вот там серпантинчика, мама, не горюй.